Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судье. Следующее сравнение для судьи номер 4. 77, 114, 145, 133, 112. Пожалуйста, для судьи номер 4. Давайте поаплодируем участницам. Я хочу сказать, что судьи на самом деле провели гигантскую работу. И сейчас на сцене стоят, на мой взгляд, действительно лучшие участницы из тех, которые были на сцене. Конечно, мнения судей могли разойтись, но большинством голосов определены именно эти спортсменки. Поворот направо, пожалуйста. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Спасибо. Для судьи номер 5. 131, 133, 145, 114, 77. В принципе, это то же самое сравнение, но почти. Пожалуйста, просьба спортсменов занять свои места по порядку номеров для судьи номер 5. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судье. Следующее сравнение для судьи номер 8. 124, 129, 145, 131, 122. Для судьи номер 8. Для судьи номер 8. Просьба переместиться на левый край сцены. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судье. Для судьи номер 9. 124, 133, 91, 158. Поворот направо, пожалуйста, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо.
судья. Прошу участников занять свои места. Если у судей еще вопросы, пожалуйста, уважаемые судьи. Поворот направо, пожалуйста, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к студиям. Есть ли у студии вопросы? Я прошу участников занять свои места на задней части сцены. И сейчас дефиле для зрителей, минута свободного дефиле для зрителей. Просьба к студиям сдавать свои протоколы. Минута дефиле. Под ваши аплодисменты. Спасибо участницам, прошу пройти за кулисы, подождать решения судей. Большое спасибо за выступление. Итак, я прошу участников встать фронтально. Пожалуйста, просьба встать фронтально. Направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судье. Просьба поменяться местами, пожалуйста. Поменяйтесь местами на сцене. Еще одно сравнение проведем. Итак, просьба встать фронтально лицом к судьям. Поворот направо. Поворот направо. Oh, my God.
Поворот направо. Поворот лицом к суде. Спасибо, прошу спортсменов пройти за кулисы и подождать решения судей, подождать награждения. Остается ненагражденными две спортсменки. Судьба первого места решалась в том числе усилиями апелляционного жюри. Мнения в апелляционном жюри разошлись. На втором месте сегодня участница, которая, конечно, заслуживает быть первой, но не сегодня. Куда спешит? Пусть они наслаждаются тем, что еще не награждены. Две спортсменки, давайте им поаплодируем. Их угораздило родиться в одном городе, постоянно выступать на одних и тех же турнирах и постоянно конкурировать везде, даже за границей. Практически везде они оспаривают высший титул, первое, второе место, борясь друг с другом, а не с теми, кто находится вокруг них. Это очень, очень высокий уровень соревновательный этих спортсменок. Я хочу, чтобы вы искренне им поаплодировали, потому что, по большому счету, не важно, кто сегодня второй и кто сегодня первый, потому что форма у этих спортсменок... Утром одна, вечером другая, и тренеры это понимают, и так сегодня. Не очень хороший день для участницы. Под номером 145 Яна Кощеева, она сегодня вторая. Инреал, являющийся одной из ведущих компаний России по переработке алмазов, в лице генерального директора Александра Владимировича Калядина и его жены, утверждают, что им больше нравится именно эта спортсменка Яна Кощеева, которая получает бриллиант, выращенный на специальном оборудовании с использованием секретных приемов спортивного клуба «Геркулес» из рук Владимира Ивановича Дубинина. Это пожелание президента, директора компании «Реал». Он дарит бриллиант именно Яне Кощеевой. А победительницей сегодняшнего турнира становится Светлана Ерегина, номер 133. С минимальным разрывом. Итак, фотография на память. Игорь Отос, представители национального социального проспекта «Здоровая нация», которые вручают именные абонементы первый тренировочный центр Санкт-Петербурга «Фитнес-экспресс» и компания «Реал», которая учредила и подарила приз, специальный приз победительница, по их мнению, абсолютно первенство, бриллиантов фантазина желтого цвета. Еще раз поаплодируем участницам. Я не думаю, что стоит расстраиваться, потому что
Действительно, очень тонкая грань между двумя спортсменками. Сегодня первая Светлана Элигина, на втором месте Яна Кощеева. И мы еще раз поздравляем третью спортсменку, которая добилась замечательного результата. Спасибо, я прошу пройти за кулисы. Напоминаю, что Светлана Элигина получает право бороться за звание абсолютной чемпионки по фитнес-бикини.